Мария Андреевна, для возобновления следствия мне нужны будут очень веские основания. Одноклассник моего сына курил на чердаке и таким образом мог поджечь дом. А вы не боитесь, что родители мальчика могут написать встречное заявление на вашего сына и обвинить его в том же самом? И ваш сын, пусть невольно, будет соучастником поджога особняка? Боюсь. Но еще больше боюсь, что мы сдадимся и не выясним правды. Но страховая компания уже перечислила компенсацию за сгоревшее имущество вашему отцу. И вернуть это будет достаточно проблематично. Я готова. Да что вы? Мне нужен ваш отец. Передайте ему, чтобы он связался со мной в ближайшее время. Алло. Алло. Маш, доброе утро. Да, это Владимир. Я звоню напомнить, что в 3 часа сегодня с Леней жду вас на презентации. Доброе утро. Спасибо, но, к сожалению, мы не сможем приехать. Леня подарил билеты своим двоюродным брату и сестре. Но у меня есть к вам разговор. Так это же очень хорошо. Ну, расскажите при встрече. А билеты вам не нужны, я вас сам встречу. Потому что у меня есть сюрприз не только для Лени, но и для вас, Маша. Ага. Владимир, спасибо. У меня вторая линия. Если можно без билетов, тогда мы приедем. Но всего доброго. Алло. Ксения Владимировна, здравствуйте. Да, могу. В школе? Хорошо, я приеду. До встречи. Привет. Что ты здесь делаешь? Тебя ищу, Маш. Послушай, хочу открыть тебе глаза на очень неприятное обстоятельство. Ну что, Петь, как обстановка? Так, одну секунду. Ну все, заказчик, принимай работу. Что, все уже? Да. Молодец, отлично сделано. Ну что, Петь, ну не могла она у тебя случайно оказаться. Да чтоб мне век живого кода не видеть. Случайно. Ладно, вот смотри. Мельком снято журналистами с похорон. Ценники они. У людей горе, они по куштам с фотоаппаратом прячутся. А вот твоя сестра. Красиво, а? Так это вы ее здесь весь день дожидаетесь? Просто я обязан предупредить Машу. Да, наверное. Бог знает, какие у этой Ольги глюки. А вот это вот старшая сестра? Старшая. Какие же они все разные. Но чем-то похожи. Это бред какой-то. Я не могу в это поверить. Да я сам думал, что это бред. Сегодня я проследил за ней. Ну, я даже номера сфотографировал. Антон, ты знаешь, что ты поезжай домой, тебя шатает от усталости. Мы во всем разберемся, слышишь? Ты уже сказал Оле? Нет, ничего не говорил. Я до последнего думал, что она меня разыгрывает. Да, а она это может. В детстве заявила маме, что та ей не родная, собрала чемодан и поехала искать родную мать. Да, это в ее стиле. Вообще, мне кажется, что 18 лет она не меня полюбила, а просто нашла способ сбежать из дома. Что сказал отец? Выручит? Да. В обмен на рабство. В смысле? В прямом, Олечка, в прямом. Твой добрый папа сказал, что заберет все активы и будет контролировать все расходы. А ты хотел, чтобы он дал тебе денег безвозмездно и погладил по голове? Мало чем он кредиторов моих отличается. Как ты смеешь так говорить?
Ты поставил под удар всю нашу семью. Ты подставил под удар. Так выгони меня. Давай, раздень до трусов и выгони. Чего ж? Я свое отслужил тут 20 лет. Заботился, обеспечивал теперь-то. Одна единственная осечка. И лев облажался. Можно льва на помойку выбросить. Я тебя умоляю, давай без театральных сцен. Нельзя так с человеком, понимаешь? Одну единственную ошибку за всю жизнь совершил. Так теперь свои же во главе с твоим отцом будут мне всю жизнь мозг выклевывать. Это что такое? Где? Это что такое? Это нога. Не могу, не получается. Я могу уйти. Я тоже могу уйти, это проще. Я все равно хочу понять. Что ты хочешь понять? Что я тварь, дрянь и мразь, и что я все испортила непоправимо? Все можно исправить при желании. Ты у него ночевала? Я тебя прошу, не унижайся. Да, я ночевала у него. В середине 90-х у меня, ну, впрочем, как и у всех учителей в школе, были очень скудные заработки. Я подрабатывала, как могла. Мне нужно было обеспечивать и себя, и маму. Она тогда очень болела, и я моталась от ученика к ученику по всему городу. И за город тоже. И так я стала часто бывать у вас в доме. Я занималась с вами, Маша, с Ирой. И вот тогда Андрей, он стал мне помогать. Это все вам. Андрей Максимович. Не испорьте. Андрей Максимович, я не люблю быть обязанной. Никогда так больше не говорите. Я ваш друг. Ясно? А если бы ваша жена узнала, что вы мне помогаете? Моя жена многого не понимает. Она не такая, как вы. А вы? Вы мне очень дороги. Андрей Максимович. Да. Мне пора. Мы скоро увидимся. Однажды мы поняли, что полюбили друг друга. Машенька, пожалуйста, только не осуждайте. Я понимаю, это ужасно, это скверно, плохо, тяжело. Это женатый мужчина, я все понимаю. Я совершенно не могла противостоять этому чувству. Совсем. Я забеременела. Вопроса, оставить ли ребенка, не возникало. Хотя совершенно не представляла, как буду поднимать его одна. А что, отец?
как он отреагировал? Андрей? Он очень обрадовался. Очень. Но предложение не сделал. Наоборот. Он сказал, что из семьи не уйдет, что очень любит вас, Маша, Иру. И очень любит свою жену. Оказывается, мужчина может любить двух женщин одновременно. Словом, тогда я поняла, что эти отношения в силах разорвать только я сама. И как вы это сделали? Уволилась. Переехала в другой город. Забрала маму. Было больно, тяжело. А потом Андрей меня разыскал. И он был рядом, когда я рожала дочь. И это именно он. Когда я была в больнице. Сказал, что моей дочери больше нет. Вот так. Значит, это правда. Ваша с отцом дочь умерла? Нет. Умерла я. В невменяемом состоянии я попала в психиатрическую клинику. Моя мама умерла, так и не узнав, что случилось. Она очень любила Андрея, всегда мне говорила: он же не виноват, что встретил тебя поздно. Он не может бросить свою семью. И моего ребенка Андрей растил, как свою дочь. Это Ольга? Да. Маша, простите, что причиняю вам боль. Маша, пойдемте вместе. Алло. Добрый день, это Константин Иванчук. Проект библиотеки. Константин, да, добрый день. Скажите, просто мы могли бы с вами сегодня встретиться? У меня кое-какие мысли появились по поводу переоборудования. Спасибо, что позвонили, но, к сожалению, сегодня никак, потому что у меня, собственно, презентация VR-центра. Ну, а что, если я подскочу к вам прямо на презентацию, ознакомлюсь, так сказать, с буднями клиента? Ну, я еще не клиент, давайте не будем спешить. Константин, ваш проект мне показался любопытным, но несовершенным. Поэтому я буду честен, рассматриваю и другие предложения. Поймите правильно. Ну, видимо, я опять вас неправильно понял. Да нет, все в порядке. Я обещаю, что позвоню в любом случае. А сейчас, простите, мне нужно бежать. Всего доброго. Инвестор звонил. Хочет обсудить кое-какие детали. Отпустите меня на пару часов. Ну, конечно, Кость, езжай. Дожми его там. Сколько же у тебя собственных проектов не было? А потому что я по мелочам не размениваюсь. Это невозможно. У вас было свидетельство о рождении, о смерти? Получается, мама не была беременна. Я просто не понимаю, как это технически можно сделать. Я уже не говорю о моральной стороне этого вопроса. Маш, в 90-е годы для человека с деньгами было возможно все, поверьте. А ваш отец, он был и богат, и влиятелен. Он вычеркнул из своей жизни меня, но захотел оставить дочь. И сказал вам, что она умерла. Да. Добрый день. Меня зовут Андрей Кравченко. Мне сказали, что вы меня ждете.
Скажи, как так получилось, что твоя младшая дочь родилась одновременно с нашей дочкой? Ты не говорил, что твоя жена беременна. Андрей, ты же не мог? Андрей, скажи, что это неправда. Тише. Тише, не вздумай кричать. Мне ведь тоже есть о тебе что сказать. Да, это наша девочка. Но теперь только моя и Наташа. Ее зовут Оля. Держи себя в руках. Мы еще с тобой обо всем поговорим. Машенька, у меня дополнительные занятия. Мне пора. Одну минуту. Скажите, почему вы простили? Почему стали общаться? Почему вы молчали, в конце концов? Вы не понимаете. Ваш отец довольно жесткий человек, Маша. Он поставил мне определенные условия. Если я хочу хотя бы видеть дочь, я должна забыть о том, что Оля – мой ребенок. И всю жизнь прожила тенью, не смея сказать самым близким людям, вначале Оленьке, а после и маленькой Ксюше, что я их мама и бабушка. Да, любовь – страшная вещь, Машенька. Мы как-то вот так незаметно, по капельке, теряем себя. И оказываемся во власти тирана. Это чудовище. Я не могу в это поверить. Я обещаю. Я вам во всем стану помогать. Вы только говорите, что делать. Мне Ленечка рассказал о самостоятельном расследовании. Оно уже не самостоятельное. Полиция возобновила дело. Это очень хорошо. Дай бог. Ради памяти, Ксюша. Мама, как здорово, что ты уже здесь. Мы уже едем? Прямо сейчас? Здравствуйте, Ксения Владимировна. Здравствуйте. Да, прямо сейчас поедем на праздник компьютеров. Я, правда, в этом ничего не понимаю. Ты научишься, легко. Дядя Володя тебя научит. До свидания, Ксения Владимировна. Счастливо. Всего доброго. Сын, ты беги в машину, а мне нужно позвонить, хорошо? Угу. Оленька, что с тобой происходит? После смерти нашей дочери наша жизнь разбилась. Я 5 лет пытался ее склеить, но сегодня я понял, что тебе этого не нужно. Я не нужен, все прошлое не нужно. Тогда лучшее, что я сделаю сейчас, это уйду. На работе мы будем видеться, но жить мы будем раздельно. Береги себя. Оля, как хорошо, что я тебе дозвонилась. Мне нужно увидеться с тобой, поговорить. Мне тоже очень нужно с тобой поговорить. Да, я помню, ты приходила. Хочешь, приезжай к нам с Антоном. А хочешь одна, с ночевкой? У меня долгий разговор, Оль. У меня тоже к тебе долгий и важный разговор. Только ты меня прости, я не хочу к вам ехать. Тогда давай я к тебе. Мы с Леней поедем на открытие компьютерного клуба. Это ненадолго. Не переживай, я тебя дождусь. До встречи. Мы же с тобой договорились. Ну, я же даже до конца не договорил. Оль, ну позволь мне все объяснить, и потом тогда меня прогонишь. Подозрение твое абсолютно беспочвенно. Помнишь, я тогда, летом, когда покрасился ради тебя в рыжий,
Наспор. Мы эту хну еще потом не могли месяц вывести. То же самое, честно, я иду, вижу салон красоты. Настроение ниже плинтуса. Ты же знаешь, я напиваться не люблю. А там тепло, светло, музыка играет. Девчонки предложили, я говорю, маникюр, а они, давайте педикюр. Ну, педикюр? Да, педикюр. Ну, смешно ведь. И я согласился. Потом, конечно, опомнился и убежал. Ирка, ну и смешно, ей-богу. Обхохочешься. Да нет у меня никого. Правда. Ну, посмотри. Кому я такой нужен? А ведь правда никому. Обидно. Детей сегодня будет много, поэтому на входе повнимательнее. Привет. Здрасте. Ну что, здорово, что ты пришел. Сегодня в честь праздника каждому гостю полчаса любимой игры бесплатно. Ну, Ленька, во что ты хочешь поиграть? А можно сразу космос? В прошлый раз я даже космический корабль не успел облететь. Ну, что спрашиваешь? Ну, конечно, можно. Игорь, помогите молодому человеку подняться на борт космической станции. Привет. Идем проведу. Как тебя зовут? Я Леня. Мария, ну вы что предпочитаете? Подводный мир, поиск сокровищ, стрелялки, джунгли. Нет. Компьютерные игры – это не мои. Я убежден, что сумею вас переубедить. 15 минут увлекательного квеста вдвоем нам помогут. Идемте. Имею в виду, что я все сегодня скажу Маше. Да, правильно. Я тоже собирался ей сказать. Но просто если ты думаешь, что для нее это имеет какое-то значение, то ты ошибаешься. То есть ты полагаешь, что ей все равно, как с ней поступает ее сестра? Да и наплевать, кого любит ее муж. Оль, я понимаю, что для тебя это просто эпизод, но я тебя полюбил. А Маша, да, у нее тоже есть другой. У Маши есть любовник. Ты врешь. Если бы. Это для вас она, для всех, святоша. А так, Маша, скажи, есть у тебя что-нибудь выпить? В холодильнике. Будешь? Нет, я больше не могу. Хорошо. Кто там у Маши за любовник? Некий Владимир Шинкарук, такой бизнесмен, недавно в город приехал. Кстати, он же интересовался вашим злочастным особняком, хотел его купить через Лёва, но там что-то не срослось. И тут, представляешь, этот наглец приходит ко мне, упрашивает продать ему мой проект. Я, естественно, ему отказываю, а теперь он подбирается к моей жене. Ну, то есть как подбирается, уже подобрался. Откуда я это узнаю? От сына. Дядя Володя, дядя Володя, мы с дядей Володей ходили в ресторан, ты представляешь? Не понимаю, какая связь между Машей, домом и этим Владимиром? Это вот у них надо спросить, какая тут связь. Я думаю, что этот Володя, он через Машу подбирается к земле. То есть Маша же у нас теперь главная, она принимает все ключевые решения. Всем остальным фиг. А вот для любовника она договорится с отцом, и все. Тю, земля достается ему. То есть ты сейчас так спокойно говоришь о том, что этот человек мог поджечь дом ради земли? Ты это сказал? Оля, пожалуйста. Прости, я не хотел тебе делать больно. Пожалуйста, послушай меня. Не все, трогай плевать меня. На них, Маша, Шинкарук, они все в прошлом. Я люблю. Я люблю тебя, Оленька. Пожалуйста, давай уедем. Уедем вдвоем. Я люблю тебя. Оля. Господи, что я делаю? Король. Боже. Ой. Ой. Здесь страшно. Не бойтесь, я поймаюсь, что канат не настоящий. Опа!
Я же говорю, что у нас все получится. Походу, в нашей семейке все развлекаются на стороне. Так это же виртуальный мир не считается. Ведь тебе уверяю, не в реале зажигает. Ты видел, как он на нее смотрит? Маш. Мы счастливы с мужем. Я не пойму, ты мне друг? Или человек, который периодически вмешивается в дела моей семьи? К нам приходили родители Максима, одноклассника Лёни. То, что ты сделал, я знаю, что ты что-то сделал, потому что Лёня не боится и с удовольствием ходит в школу. Но ты перегнул палку. Может быть. Но ты же довольна, что у Лёни все в порядке, да? Хочешь, я извинюсь перед матерью Максима? Не нужно. Я уже это сделала. Молодец. Так что с расследованием? Чем можно помочь? Ничем. Всем занимается полиция. Ты извини, мне надо идти. У меня встреча с сестрой. Это все. Это все не моя жизнь. Оль, я буду заботиться о тебе. Всегда. Я тебе противен? Нет. Я сама себе противна. Я пойду сделаю чай. Поэтому никакого умысла у Петра и быть не могло. Это чисто случайность. Володь, это моя вина. Я слишком увлеклась расследованием, совершенно забыла о ее состоянии. Нужно ехать к Оле. Лёня, иди сюда. Мам, дядя Володя, все так круто, но лотерея только по билетам. Лёнь, мы очень торопимся, нам нужно ехать. Ну почему мы постоянно торопимся? Hi guys, тут круто. Totally agree. Ваше заведение? Мое. А что, уже собрались? Да нет, вроде. Лотерея же еще. Чур, если выиграете моим билетом, делитесь. Ребятки, возникла спонтанная идея. Вы можете присмотреть за вашим братом, пока мы ненадолго отъедем? Нет, это не самая лучшая идея. Маша, не переживайте, я сейчас все решу. Эдуард, будьте любезны. Мы сейчас ненадолго отъедем, вы за этой троицей присмотрите, пожалуйста. Будет сделано, шеф. Замечательно. Поехали. Хорошо. Аккуратнее. Отдыхайте. Ленчик, и давно вы с дядей Володей знакомы? Недавно. Он наш с мамой друг. И как же папа, не против? Сейчас вообще билет заберу. Вики, ты чего? А чего она так наглую посреди дня? Хуже папаши нашего. Все. Ни в какой Оксфорд не полечу, пока не спалю его перед маманей. И Костя тоже будет полезно знать. Может, это не наше дело? Наши? Они портачат, нас чуть не убили, прикинь? Ты знаешь, все, что не делается, все делается к лучшему. Я никогда раньше не понимал смысла этой поговорки. А сейчас так вдруг понятно. Жена ушла, да и пусть. Ленька предатель, он его уже полюбил. Пусть. Зато у нас с тобой, Оль, совершенно новая жизнь начинается. Совершенно, совершенно все будет по-другому, понимаешь? Как ты сказал, все, что не делается, делается лучше. Ну да. То есть моя Ксюша умерла к лучшему. Я теперь не мать, не жена, не сестра. Это тоже к лучшему. Я какая-то шлюха. И сплю с непонятным мужиком, который ходит у меня по квартире и ест бутерброд и говорит какой-то бред.
Это к лучшему? Да? Знаешь что? Убирайся. Ничего. И рассказывай эту чушь, какую петюку есть. Совсем? Вон! Совсем, что ли? Да, я совсем. Все, ты сделал свое дело. Показал все свои таланты. Маша, я тебя здесь подожду. Оля, открой. Оля, это я. Я знаю, что ты дома. У тебя все в порядке? У меня есть ключ. Ключ изнутри стоит. Дайте я попробую. Попробую выдавить. Господи, неужели с ней что-то случилось, а? Да все нормально. Все получилось. Оль. Володь, спасибо. Уверена? Да. Держите ключ. Если что, звоните. Знаешь, как ты меня напугала? Машка пришла. Пина? Денечков. Немного. Дай мне 5 минут, ладно? Хорошо. Тебе помочь? Нет. Я сама. Сейчас. Это что? Оля! Оля! Открой дверь! Оля! Оля, открой дверь! Пожалуйста, открой, Оля! Алень, ну давай, признавайся, зачем ты меня позвала? Не верится мне, что из-за какой-то давнишней симпатии или желания поболтать. Кость. Ну? Вы же с Левой общаетесь? Общаемся, мы дружим. Кстати, недавно говорил, что как ему с тобой хорошо. Да, а как же? Кинуть он меня хочет. Да ну. Да. Я-то думала, человеку нужно переключиться, расслабиться. Нашла домик в Черногории. Так. Связалась с хозяйкой. Она говорит, за бронь нужен аванс. Логично? Логично. Угу. А Лёва молчит. Говорит, подожди, да подожди. Молчит или говорит? Костечка, не придирайся к словам. Ты лучше узнай, что у него на уме. Может быть, он мне изменяет. С женой? Я серьезно. Узнай, какие у него планы на будущее. Но тебе же не трудно. Ведешь себя как стерва. Ну, мужика реальный трабл. Тебе сложно подождать, что ли, если он просит подождать? Да, мне сложно подождать. Время идет, я хочу знать, на что я его трачу. Как хорошо, что у нас с тобой ничего не вышло. Вовремя пришло. Большая часть этой мерзости в кровь не попала. Что же вы все время ко мне лезете? Мешаете. Я теперь от тебя никуда не уйду. Поняла? А говорила тёша. Передумал. Маш, как ты вообще поняла, что ей нужна помощь? Почувствовала. А ты знаешь, Маша у нас не это может, если захочет. Да, Маш? Для тебя все что угодно, Оля. Антон, а можно тебя попросить передать нашей гости, что аудиенция окончена? Я сейчас ухожу. Ты позвони мне, пожалуйста,
Я буду ждать. Мы обо всем поговорим. Разговоры, разговоры. Антон, я рядом. Держи меня в курсе. Хорошо. Спасибо, Маша. Смотрите, мне нужно, чтобы унитаз стоял как бы на постаменте. И можно плитку понизу, такую, как в музее я видела. А на кухне мне надо, наоборот, лофт. И чтобы обои были в виде ободранных стен. А еще лучше бетон. И чтобы светильник на цепях такой тяжелый, кованый. Ну, понимаете? А какая у вас высота потолка? 2,40. Ну, ничего страшного, мы не высокие, не ударимся. Так, понятно. А я еще не закончила. Значит, основной цвет в спальне розовый, но с примесью горького апельсина. Вы знаете цвет горького апельсина? Что? Может, запишите? Знаете что? Я думаю, вам не нужен дизайнер. Вы сама талантливый человек и прекрасно справитесь с интерьером своей квартиры. Подождите, вы мне отказываете? А так бывает, да? Я боюсь, ваши запросы выше моей компетенции. Да я на вас напишу жалобу в интернете. Мне нужен человек, который выслушает меня и будет слушать бригадира. Вы можете написать на меня жалобу. Я не могу ничем вам помочь. А еще профессионалы! Алло, Василий Андреевич, здравствуйте. Что? Да, могу. Еду. Предстоящий разговор мы зафиксируем на диктофон. А что за разговор? Ты не волнуйся. Все будет хорошо. Хорошо. Вот так сюрприз. Всем здравствуйте. Привет. Привет. Действительно, Мария, здесь собралась вся ваша семья. Они хотят с вами поговорить. Да, и прежде чем ты начнешь солировать, у меня есть к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты в курсе, что твой добровольный помощник Владимир Шинкарук, он хотел купить наш дом? И не для того, чтобы там жить, а чтобы его снести и там построить компьютерный клуб. Нет. С чего ты это взяла? Он построил клуб совсем в другом месте. Маш, я могу это подтвердить. Шинкарук обращался ко мне 4 месяца назад. Я ему категорически отказал, потому что не хотел, чтобы дом сносили. Тогда он на одну из выставок подошел ко мне с деловым предложением, чтобы я повлиял на тестя, и Андрей Максимович изменил свое решение. Я, естественно, сразу отказался. Тогда он стал повышать ставки, предлагая очень щедрые комиссионные. Помнишь, мы встретились все вместе в офисе в тот день? Я помню. Я очень рад вас видеть. Так что с днем рождения именинника. Спасибо. Ух ты. Маша? Лев Михайлович, раз такое делаю, вас с днем рождения, племянник, поздравляю. Спасибо, Владимир. Спасибо. Неожиданно. Очень. Маша, что ты здесь делаешь? Так Мэри же разрабатывает дизайн моего жилья. А я как раз хотела тебе позвонить, рассказать, что сегодня вечером... Да-да-да, потом, хорошо? Потом. Наберешь меня? Конечно. Голова кругом. Ну, не буду мешать. До свидания.
До вечера. До вечера. После пожара он продолжал склонять меня к продаже земли. И обещал очень большие деньги. Признаться, была мысль. Вы все знаете, у меня были тогда финансовые трудности. Но я даже не заикнулся об этом Андрею Максимовичу. Недавно ты мне рассказывала о возможной версии поджога о резисторах, помнишь? Да, кстати, наши эксперты еще раз обследовали территорию, связали воедино все косвенные признаки и считают эту версию рабочей для дальнейшего расследования. Единственное, чего я не понимаю, зачем Владимир тебе выдал эту информацию? Может, хотел похвастаться? Да хоть возгорание происходит от электросети, но портить электропроводку совершенно не обязательно. Просто резисторы, которые продаются на любом радиорынке, подключаются к нескольким источникам питания. И далее, при верном расчете, нагревается до возгорания несколько суток. А я не понимаю, на что вы все намекаете? Маша, ты сама догадаешься или продолжите? Пожалуй, я продолжу. Если ты помнишь, Маша, что все подсказки в расследовании ты получала с подачи Владимира. Вы с ним ездили к Илье, ты ему там рассказывала о семейных разговорах. Тогда объясни мне, пожалуйста, почему именно Владимир подвозил мою жену на своем автомобиле? И почему ты мне ничего не сказала? И почему так случилось, что именно его друг Коваль, кстати, компьютерный гений, который торгует резисторами на рынке. Мой студент. Случайно познакомился с моей женой. Это действительно было случайно. Это для тебя, но я сомневаюсь, что для этих двоих. Не допускайте, что дом мог поджечь кто-то из ваших близких. Что? Вы считаете, что дом мог поджечь кто-то из своих? Это глупость, просто абсурд. Понимаю ваши чувства, но только если спокойно, вот, без эмоций. Все взвесить и понять, кому из ваших близких мог быть выгоден поджог дома. Как ты думаешь, дорогая, кому выгодно, чтобы ты нашла виновного внутри семьи? Кто тебе рассказывал все подробности? Шел с тобой рука об руку, шаг за шагом. Может быть, это преступник? Да, Машенька. Помочь себя выгородить, это значит возглавить самодеятельное следствие. А ты вместо того, чтобы подключить голову, стала копаться в семейных тайнах. Я прошу вас, не надо семейных сцен. Мария хотела как лучше и пыталась разобраться и помочь следствию. И потом именно она сделала так, чтобы следствие возобновили. Но, Мария Андреевна, мне кажется, что в показании ваших родных много неприятных совпадений. И их опасения по поводу бизнесмена Владимира Шинкарука, я думаю, не беспочвенны. Я не знаю, как я могла так ошибиться. Простите меня. Антон, Оля, Ирина. Маш. Я виновата. Все. Ничего, ничего. Я виновата. Все исправим, мы накажем его. Все будет хорошо. Просто тебе нужно меня слушаться, видишь, я всегда прав.